Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается курс профессиональной переподготовки «Младший воспитатель. Участие в планировании и организации взаимодействия с детьми дошкольного возраста». Меня зовут Морозова Елена Анатольевна. Я кандидат педагогических наук и педагог-психолог высшей квалификационной категории, а также доцент Московского института психоанализа. Что нам поможет изучить этот курс? Ну, во-первых, мы поговорим о том, в чем заключается специфика работы младшего воспитателя. А что это вообще за специалист и какие функции он выполняет в дошкольно-образовательной организации? А чем отличается работа младшего воспитателя от воспитателя? А почему необходимо знать нормативно-правовую базу дошкольного образовательного учреждения и дошкольного образования? А что такое СанПин? Что такое ФГОС, чем отличается планирование от режима дня детей дошкольного возраста и как организовать работу с детьми и их родителями для того, чтобы дети лучше осваивали навыки самообслуживания и ухода за самими собой. Данный курс специально разработан для того, чтобы специалист мог полноценно сформировать представление о том, как происходит участие младшего воспитателя в системе работы дошкольно-образовательной организации. И сформировать не только представление, но и частично навыки по формированию у детей возможностей познавать окружающую реальность, социализироваться, ухаживать за собой. Существуют различные рекомендации для того, чтобы специалист дошкольно-образовательной организации «Младший воспитатель» наблюдал за трудностями, с которыми сталкиваются дети, педагоги и родители своевременно мог их решать. Чем же профессия младшего воспитателя отличается от профессии педагога дошкольно-образовательной организации? Тем, что существуют определенные специфические требования. Первое требование – это умение наладить с ребенком контакт и умение дать ему возможность приобрести навыки самообслуживания. Мы желаем вам успехов в освоении данного курса и ждем вас снова. Всего вам доброго!